Поблагодарить болельщиков. Сегодня собрался полный зал. Дома мы играем и не имеем права играть по-другому. Скажу и про нашу подготовку, что к этой игре мы готовились планомерно. И меня как тренера радует, что установку, которую мы давали на игру, она выполнялась практически полностью. Могу порадоваться за весь коллектив игроков, тренеров, руководства. Мы к этому шли все вместе. Хочу порадоваться также за молодого голкипера, который в начале игры переживал. Я видел его переживания и отстоял, я считаю, он очень хорошо. Немаловажно, когда в воротах у тебя есть игрок, который придает команде уверенность. Ну и порадоваться хочу, что у нас наконец-то есть полноценный состав, вернулись игроки, которые долго были травмированы. Сегодня они практически все получили свое игровое время. И уже в преддверии плей-оффа можно увидеть, что у нас есть хороший коллектив, полноценные смены. Будем работать дальше, готовиться к плей-оффу. Спасибо. Вопросы будут? Давай. Евгений Алексеевич, с помощью частых смен пытались как раз задействовать игроков.